необжитые первозданные берега, близкий каждому пейзаж родной земли. И странное дело, идущий поезд не разрушает чувства, навеянные природой, а наоборот обогащает их, приглашая в путь. Будет воспоминание. Железная дорога стала органичной частью земного пейзажа, частью нашей жизни. И поэтому интерес к ней всегда таится во многих из нас. В тумане памяти нашей хранятся ранние впечатления от машин, которые водили поезда по железной дороге в далекие годы прошлого, с которыми совпали молодость или детство многих из нас. Воспользуемся возможностями кино и вновь прикоснемся к прошлому. Проследим на этот раз в общих чертах основные вехи развития главных теперь на железной дороге машин, а именно электровозов и электропоездов, постепенно заменявших паровую тягу. 19 век. Железная дорога только-только стала набирать силы, осваивала земные пространства, утверждала свои возможности как удобного и быстрого средства сообщения. В тот же период в лаборатории Королевского института в Лондоне английский физик Майкл Фарадей открывает явление электромагнитной индукции, затем и самоиндукции, которые предопределили рождение нового вида тяги на железных дорогах. К тому времени железные дороги с паровозами становились главным транспортным средством. Но вскоре Вернер Сименс в Германии изобретает якорь, основу динамо-машины и электромотора. А в 1879 году его электровоз в 13 лошадиных сил уже возит на берлинской выставке 78 пассажиров. Сименс доказал, что будущее за контактными электровозами, получающими электроэнергию от внешнего удаленного источника тока. Но паровозы, набирая силы, продолжали вести и себя, и составы, и запас энергии в тендере. Строился Великий Сибирский путь. Когда русский ученый Александр Григорьевич Столетов разработал способы предварительных расчетов электрических машин. Открытие многих гениальных изобретателей второй половины 19-го столетия обеспечили технические решения, и к концу века электричество пришло на транспорт. Сначала городской. Появились первые трамваи, которые спустя десятилетия широко распространились в крупных городах. Их удобство, дешевая стоимость проезда обеспечили успех. В трамваях уже виделось будущее электрических железных дорог. В середине 20-х годов в России сооружается первая грузовая межзаводская электрическая железная дорога. Электровозы с осевой формулой 020 выпускали для нее сначала заводы Госэлектротреста, позднее в Подольске. Напряжение в контактном проводе было применено трамвайное в 550 вольт постоянного тока. На электровозах установили тяговые двигатели, которые были спроектированы для первой в нашей стране пригородной электрифицированной железной дороги Баку-Сагунчи. Бурное развитие промышленных районов послужило серьезным поводом для коренного преобразования пригородных сообщений. Вместо привычных неторопливых поездов нужны были быстрые пассажирские составы, не требующие маневров локомотива на конечных станциях. Оперативным опытом реконструкции стал участок Баку-Сагунчи. Вагоны электропоездов, построенные Мытищинским заводом, во многом напоминали трамвайные вагоны, которые серийно выпускались заводом для Москвы и других городов. Электродвигатели изготовил завод «Динамо», аппаратуру – австрийская фирма «Элин». Применение мотор-вагонной тяги на этом участке повысило скорость движения в 2,5 раза. Это было 67 лет тому назад. Отечественная автомобильная промышленность уже делала первые шаги. Это грузовик Я-3. Но на дорогах часто встречались мерседесы и форды.
уже был построен тепловоз Гаккеля. По утрам на улице Москвы выезжали автобусы английской фирмы «Лейланд», мытищинские и коломенские трамваи. Паровозы размеренно трогали с места, неспешно набирали скорость. Необходимость ввода электропоездов взамен привычных и к тому времени достаточно совершенных паровозов, вызванная ростом пригородных пассажирских перевозок, объясняется и тем, что электропоезда при частых остановках в пути могли легко трогать с места с большими ускорениями. По проекту инженера Бабина, мытищинский завод в конце 20-х годов приступил к серийному производству моторвагонных поездов пригородного типа, которые отвечали новым жестким требованиям. Электрооборудование для них поставляла фирма «Виккерс». В каждом вагоне имелась кабина управления. Первоначальное наименование серии «ЭМ» в 1936 году было заменено на «СВ», то есть тип северной железной дороги с электрооборудованием «Виккерс». Кинорепортажи тех лет сопровождались подобными надписями. В то время мало кто мог себе представить поезда без паровозов. И вдруг эта новость. Еще по старой традиции в каждом вагоне электропоезда проводник. Эту должность потом отменят. Навсегда. Знакомый по паровозам кран машиниста. Но контроллер вместо регулятора. Состав трехвагонной секции состоял из среднего моторного вагона и двух прицепных, что позволяло получить необходимые ускорения. Открытие движения электропоездов всегда было торжеством. Их принципиальная новизна, прекрасивые окраски, темно-вишневая панель, бледно-желтый верх и серая крыша вызывали удивление и восторг. Электрички, это слово родилось в те годы, быстро осваивали новые участки. В залах Дома техники, что был по соседству с тогдашним Ржевским вокзалом, железнодорожники могли получить подробную информацию о новых электропоездах серии СВ на действующих моделях-копиях в 1/10 натуральной величины. Электротяга делала лишь первые свои шаги, а паровозы уверенно приближались к высшим достижениям и не собирались уступать своего места. С 1933 года вагоны электропоездов стали выпускать с электрооборудованием завода «Динамо», и они получили обозначение СД. С 1934 года заклепочные швы сменили на сварные. Трехвагонные электросекции легко сцеплялись в шестивагонные и девятивагонные поезда, что позволяло оперативно изменять длину состава в зависимости от пассажиропотока. В 30-е годы в Москве был введен в действие новый для нас вид городского транспорта, тоже электрического, метрополитен. А теперь попробуем представить себе, какой другой вид тяги мог быть применим в метро. Паровой? Дизельный? Но что бы стало с пассажирами в туннелях? С этими тремя паровозами мы подходим ко второй важной предпосылке необходимости перехода на электротягу. Речь идет о туннельных участках железных дорог, где паровая тяга была просто противопоказана из-за большого скопления дыма, изгори и пара внутри туннеля. А если участок имел подъем, и поезд приходилось тянуть несколькими паровозами, какой расход топлива? Сколько дыма? Поэтому в 1932 году был переведен на электротягу туннельно-перевальный Сурамский участок Закавказской железной дороги. На первых порах там работали электровозы, приобретенные в Америке и в Италии, а также первые отечественные. Все электровозы имели по две трехосных тележки, на каждой оси
двигатель постоянного тока. Отправление первого поезда с электровозом стало большим праздником. Нет пара, нет дыма, а поезд движется. В приветственном салюте паровозов уже слышались первые нотки грусти. Электровоз С-1003 открывал дорогу новому виду тяги. По Сурамскому туннельно-перевальному участку электровозы начали регулярное движение. Это итальянский электровоз серии SI. Важнейшей особенностью электровозов было рекуперативное торможение при езде на спуске, когда электровозы превращались в электростанции и возвращали в контактную сеть электрический ток. Вместо 42 паровозов серии ЭЭУ ту же работу на участке в тот период стали выполнять 17 электровозов. Сейчас в хвосте поезда вы увидите электровоз-толкач, который одновременно предохраняет состав от разрыва на подъеме. Завод «Динамо». В начале 30-х годов здесь осваивали строительство первых отечественных электровозов серии СС. Это означало «Сурамский тип» советской постройки. Руководил работами инженер Андрей Алексеевич Александров. Несколько электровозов этой серии работали на Сурамском участке, а остальные были отправлены на Луньевскую линию. Так назывался участок «Чусовская кизел». В те годы машинистов удивляла чистота условий работы на электровозе. Шло время. К электровозам быстро привыкли и в кабину стали входить уже без задержки. Как и теперь. Электровозы серии СС-11 имели мощность 2760 лошадиных сил. Однако строительство электровозов было еще очень дорогостоящим. Трудно было с цветными металлами для контактной сети. Не хватало электроэнергии. Производство паровозов продолжалось. Оно было хорошо налажено. Но надо было думать об увеличении провозной способности и снижении себестоимости перевозок. Думали об этом и конструкторы паровоза АА-20, рассчитанного на использование низкосортных углей. 7 движущих осей в жесткой раме, 3 средних без гребней на колесах для лучшего прохождения паровозом кривых, мощность 3700 лошадиных сил. Огромная впечатляющая махина оказалась, увы, для железных дорог того времени неподходящий. Кривые пути для него были слишком крутыми, поворотные круги и стоила чересчур короткими, паровоз, увы, к серийному производству принят не был. К середине 30-х годов наладилось совместное производство электровозов Коломенским заводом и заводом «Динамо». Это был первый электровоз, разработанный и построенный своими силами. Сварной кузов первого электровоза вскоре стал коробиться, поэтому последующие машины строились с заклепочными швами. На экране уже видоизмененный ВЛ-1901, так сказать, фальсификат, у которого сохранились только тележки от настоящего первого экземпляра. А это машинист того первого электровоза, Абисадзе. Жизнь шла вперед. Появились новые электростанции, прибавилось электроэнергии, и паровозные машинисты провожали в добрый путь все новые и новые электровозы. Это был уже ВЛ-19, шестой номер. Вскоре появился и 12-й, и 29-й, 55-й, вплоть до последнего, 145-го. Электровозы серии ВЛ-19, как и паровозы серии ФД, наиболее полно соответствовали устройствам железнодорожного пути и возможности винтовой стяжки тех далеких лет. На электровозах ВЛ-19 разных номеров инженеры отрабатывали различные электросхемы, накапливая знания и опыт. Были выпущены машины на два напряжения – 1500 и 3000 вольт. По мощности ВЛ-19 и СС-11 были одинаковы. Электровозы со станции Лосино-Островская уже увозили грузовики, сошедшие с отечественного конвейера.
Цвет заводской покраски ВЛ-19 был сине-голубой. Множество красивых заклепочных швов на кузове. Эта броская особенность дизайна электровозов очень роднила их с электропоездами серии СВ. На экране поистине уникальный электровоз середины 30-х годов. В кадре он слева. Кузов, рама, тележки пока еще существуют. Построен он был знакомыми нам заводами. Это был электровоз переходного периода реконструкции железнодорожного транспорта, как и другие машины, которые уже были на экране. Внешний вид электровоза был не похож на предыдущие машины. По бокам панели кузова располагались карманы бункера песочниц. Вот они видны. Кузов гармонично компоновался с экипажной частью. Не было торцевых площадок. Большие окна обеспечивали хороший обзор. Диаметр его движущих колес был традиционным. 1850 мм, как у пассажирских паровозов. Максимальная скорость 130 км в час. Среди пассажирских электровозов своего типа ПБ-2101 был самым мощным в Европе. 2760 лошадиных сил. В 1938 году стали выпускаться модернизированные электровозы с уранской серии СМ-22. В этих буквах и цифрах заключалась общая техническая информация о машине. Очевидцы рассказывали, что по указанию сверху, этот принцип хорошо помнится, этой серии было присвоено обозначение ВЛ. Хотя электровоз СМ-22 не был развитием технических решений ВЛ-19. Так СМ-22 стал ВЛ-22. Мы еще вернемся к этой серии. А сейчас редкий кадр. Довоенный ВЛ-22 номер 150. В годы войны самый северный участок железных дорог продолжал работать на электротяге. Электровозы, вопреки опасениям, оказались жизнеспособными и надежно работали в условиях прифронтовой полосы и сурового климата. После войны Новочеркасский завод стал выпускать модернизированный электровоз ВЛ-22М. Работами по совершенствованию ВЛ-22 руководил главный конструктор завода Борис Владимирович Суслов. С тех пор прошло не одно десятилетие, а электровозы ВЛ-22М продолжали работать на многих трудных участках. Простота и надежность конструкции обеспечили долгожительство машин. В электровозе был применен принцип агрегатного монтажа электрооборудования со съемными высоковольтными камерами. Двигатели были модернизированы и на 18% мощнее, чем у электровозов ВЛ-22. Помните бывший СМ? Передаточное число у тяговых редукторов имело три разных величины, в зависимости от назначения машины. Эта существенная техническая особенность в обозначении серии никак не отражалась. Жизнь машин относительно короткая. И увековечивание имен на них бессмыслица. Начав в послевоенные годы с трамваев, Рижский вагоностроительный завод, как в свое время и Мытищинский, перешел на производство мотор-вагонных поездов по типу северной железной дороги, серии СВ-СД. Эти вагоны имели серию СР и выпускались на два напряжения постоянного тока. 1500 и 3000 вольт. Как и их предшественники, эти электропоезда получили широкое распространение. Постепенно их усовершенствовали, модернизировали.
1955 году была построена комфортабельная трехвагонная секция СН. Но одного моторного вагона на два прицепных было уже недостаточно. Жизнь требовала других проектов, но об этом чуть дальше. А сейчас мы на выставке новой техники железнодорожного транспорта в 1955 году. Рядом с традиционными локомотивами был представлен необычный электровоз, который дал начало новой системе электротяги на переменном токе высокого напряжения в 25 тысяч вольт. Один из его создателей, инженер, ныне доктор технических наук, Борис Николаевич Тихменев. Еще перед войной под его непосредственным руководством был построен первый у нас в стране электровоз ОР-2201, однофазный ртутно-выпрямительный. Дело в том, что такому электровозу переменного тока нужен контактный провод меньшего диаметра. Тяговых подстанций вдоль железнодорожных линий в два раза меньше. Система применения токов высокого напряжения промышленной частоты дает много других преимуществ. Первая опытная партия послевоенных электровозов в серии НО открыла дорогу современным электровозам переменного тока. Такова предыстория. Электровоз ВЛ-60 стал первоосновой серийного парка грузовых электровозов переменного тока. 20-й съезд КПСС принял решение о прекращении производства паровозов и перевода промышленности на строительство тепловозов и электровозов. С поездами тогда шли только что выпущенные паровозы, а над ними уже нависал контактный провод. Для паровозных машинистов начался трудный период. Надо было снова брать в руки учебники и садиться за парты. В 50-е годы электровозы пошли по новым линиям с тяжелым планом и профилем пути. Переход на автосцепку позволил увеличить вес поездов. Нужны были мощные электровозы с большой силой тяги. Таким стал двухсекционный восьмиосный электровоз постоянного тока Н8, что означало новочеркасский восьмиосный, впоследствии тоже ВЛ. В режимах торможения электровоз мог возвращать электроэнергию обратно в сеть, то есть производить рекуперацию. Вскоре эти же электровозы стал выпускать Белисский электровозостроительный завод. Мощность электровоза 4200 киловатт. Группа инженеров Новочеркасского завода под руководством уже известного нам инженера Суслова спроектировала усиленный тип электровоза ВЛ-22М, ВЛ-23, применив на нем двигатели электровоза Н8. ВЛ-23 долгие годы успешно работает на легких участках железных дорог. Внешние очертания этих электровозов предопределили полуобтекаемые формы последующих машин. Всем нам, и железнодорожникам, и пассажирам, хорошо знаком этот пригородный электропоезд. Создан он был в середине 50-х годов и довольно скоро вытеснил с центральных узлов электропоезда ранних серий С. Колесниченко Виталий Ануфриевич, главный конструктор Рижского завода, был руководителем проекта. Поскольку уже половина вагонов в составе были моторными, поезда легко набирали скорость, останавливались быстро. В пригородном сообщении эти достоинства поездов ЭР-1 и ЭР-2 были очень важны. По сравнению с угловатыми вагонами серии С, они начинали новый этап, когда растущие скорости заставляли думать об аэродинамике. Теперь эти поезда работают на малодеятельных линиях или на отдаленных участках. Они были очень красивы и хорошо запомнились. В будущем для кого-то они останутся поездами детства. Современное поколение людей, поездки за город или в соседнюю область, совершают преимущественно на электропоездах. За последние десятилетия их парк постоянно обновлялся. Были найдены новые аэродинамические формы головных вагонов, совершенствовались электрические схемы,
устанавливались кондиционеры воздуха в кабинах машинистов. Последние годы выпускались 12-14 вагонные составы. Требовала жизнь. Но вернемся к электровозам. Поскольку самые различные типы электровозов у нас имеют одну серию ВЛ, пришлось добавлять буквы и цифры, чтобы отличать их по электросхемам, роду напряжения и по конструкции. Электровозы наших дней впечатляют. Кажется, их переполняет затаенная сила, невидимая для стороннего взора. Это довольно молодой 12-осный электровоз переменного тока серии ВЛ-85. У каждой секции по 3 двухосных тележки. Электровозы постоянного и переменного тока окончательно вошли в жизнь железных дорог, заменив паровозы, которые оставили нам профессию машиниста, управляющего движением поезда. Улучшились условия его труда, нет тяжелой физической работы, однако высокие скорости, большой вес поездов, их длина, обилие путевых сигналов, огромная ответственность усложнили работу. Но радость труда человека, ведущего современный поезд, ничуть не уменьшилась. А выполненный рейс создает чувство глубокого профессионального удовлетворения. Кого или что так заинтересованно ждут пассажиры? Помните, как удивлялись пассажиры, увидев электричку, двигавшуюся без паровоза? Теперь паровоз диковин, как пони в зоопарке. От желающих прокатиться на живом паровозе из прошлого не было отбоя в течение всего дня 1 августа 1992 года. И стар, и млад получили удовольствие с дымком, с ветерком. Птицы с ветерком всегда мечтали на Руси. Слова классика о птице-тройке стали хрестоматийными. Инженеры не только говорили, но и создавали, стараясь быть впереди своего времени. Скорость. Она будоражила фантазию изобретателей и прежде, и теперь. Почти 50 лет тому назад инженер Вальднер построил макет электрического аэропоезда. Двигался он по специальной монорельсовой дороге, которая размещалась в Центральном парке культуры и отдыха. Инженер Ермальчук, применив полое шаровидное колесо, катающееся по желобу, построил под Москвой, недалеко от платформы «Северянин», специальную трассу, по которой двигалась модель шаропоезда. Токосъем с трехфазной шиной производил специальный ползун. Модель сверхскоростного электропоезда в 1/5 натуральной величины развивала скорость до 70 км в час. Спустя почти 40 лет вышел на линию скоростной электропоезд ER-200, который, конечно же, не был прямым конструктивным продолжением шаропоезда Ермольчука. Но определенное эмоциональное родство между ними есть. Оно связано с накоплением опыта и знаний, с поиском новых технических решений, аэродинамических форм. И хочется верить, что когда-нибудь похожие на ER-200 или совсем другие высокоскоростные поезда будут курсировать между двумя столицами России, как говорили в прошлом. А может быть, и еще дальше, по новым магистралям будущего. Вот тогда манящие слова «Летайте электропоездами МПС» станут явью. Добрый путь, высокоскоростная электротяга.